На курорте «Роза Хутор» зимний сезон продлится до 21 апреля. Затем в течение недели на канатных дорогах пройдут регламентные работы. Курорт «Красная поляна» планирует работу горнолыжных трасс в цирке 2 до 10 мая. А на курорте «Газпром» горнолыжный сезон в Среднегорье на Лауре запланировано завершить 1 апреля. На Альпике – 15-го.